В настоящее время продолжается восстановление здоровья детей за счет средств благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. В Международном кардиологическом центре дирекции международных медицинских центров были проведены кардиохирургические операции. На основе плана предстоящих работ по восстановлению здоровья, утвержденного национальным лидером туркменского народа, с 1 марта жители города Ашхабада, осваивая учебные занятия в Центре охраны здоровья матери и ребенка города Аркадак, получают стационарное лечение и восстанавливают здоровье в детском оздоровительно-реабилитационном центре имени Гурбангулы Бердымухамедова. Туркменистан, новостной портал.